Здесь время словно повернулось вспять. Старинный деревянный городец конца 20 века ожил и заговорил, рассказывая о былом. Как раньше жили люди, ходили в гости, творили, прославляя древний город, радовались всему хорошему. Выставочный проект «Городец. Будни и праздники» нижегородского фотокорреспондента «Итар ТАСС» Николая Машкова объединил порядка 60 снимков. На самых ранних первые городские праздники в 80-х годах. Традиции, самобытный колорит в каждом фотосюжете и какая-то особенная теплота. Городец ему давно любим и близок, и это видно даже по работам, потому что одно дело снимать вот праздники, действительно яркие сами по себе, а другое дело видно, с какой любовью он снимает бытовые сценки. Вот видно, что он идет по улице, заглянул в ворота, а ему понравилась какая-то бытовая сценка, он ее запечатлел тут же. И он действительно умеет вот эти работы делать. Даже сейчас смотришь, не городецкие. Он вот подмечает такие детали, которые, наверное, мы уже, может быть, в суете дней не видим. Интересна выставка и тем, что можно увидеть портреты прославленных городецких умельцев, которых давно нет в живых. Знаменитая мастерица жбанниковской свистульки Прасковья Тимофеева, кудесник глиняных горшков и кринок, гончар Сергей Батманов, мастер уже забытого в городце промысла плетений сосновой щепы Алексей Круглов. Многие снимки уникальны просто как прекрасный фотодокумент, напоминающий о том, какой добрый след оставил человек. Среди них и портрет Конана Лебедева, одного из лучших художников городецкой росписи послевоенного времени. И еще несколько редких репортажных кадров, которые представляют настоящий эксклюзив. Мы помним, как Торхьердал, гуляя по городу, потом пришел в краеведческий музей, где прошла очень теплая встреча. Это удивительный очень человек. И да, и эта встреча очень запомнилась городчанам, конечно. У него очень теплые впечатления остались. Во-первых, не только от музея, но и вообще от городца. И он дал очень высокую оценку нашей коллекции археологии. Нам это было очень приятно, мы этим даже горды. Жизненная правда без прикрас, завораживающие своей свободой композиции, простые и одновременно глубокие образы – все это выставка Николая Машкова «Городец. Будни и праздники», где ощущаешь, как безвозвратно уходит время, где грусть по прошлому и радость от того, что это было в нашей жизни, сливаются в единый поток мыслей. Как здорово, что мы живем на этой прекрасной древней земле. Ольга Соловьева, Евгений Прокофьев, «Городец ТВ», специально для «Время новостей».